Здравствуйте, друзья. Сейчас мы находимся в районе Том-Юг. Это у нас входная шкаф-группа. У нас сегодня на обзоре отличный 1+1 по очень крутой цене. Это у нас санузел, друзья. Очень просторный. Место под стиральную машинку. Очень большое. Душевая. Тоже очень большое, глубокое. Входная шкаф-группа, мы уже показали. Пройдемте в кухонную зону. Сама площадь квартиры очень просторная, друзья. Тут 65-67 квадратных метров. Дом уже сдан. Искан на стадии подписания. В комплексе есть детская площадка, беседки, два лифта. На площадке 4 квартиры, друзья. Пройдемте на террасу. Терраса, она обалденная. Я сейчас вот зашел, просто удивился. Терраса очень просторная, очень приятная. Вид на море, друзья, хоть и маленький, но это показывает, что вид показывает, что море очень близко, самое главное. Я не говорю, что этот вид никогда не закроют, возможно, закроют. Вот тут уже, вот видите, кусок какой-то маленький домик да поставят, скорее всего, так как район полностью обживается. На Мерсин очень большой спрос, друзья, поэтому здесь очень много застройщиков со всей Турции работает. Этого вам многие не скажут. Вам, наверное, скажут, что все эти застройщики мерсинские, но нет. Сюда застройщики на самом деле приезжают с разных городов, даже с таких, как Алания, Анталия, Измир, Бурса, Стамбул. Потому что приоритет Мерсина очень большой. Здесь строят, то есть достраивают, уже в октябре этого года откроют самый большой, второй по величине аэропорт международный. Здесь самый большой порт по всей Турции. Далее покажу вам двор, друзья, хорошо? Читайте описание, ценник в описании, друзья. Буду рад вам помочь встретить здесь.